Приветствую на канале Золотая Курочка. Меня зовут Михаил. Вот у нас прошел дождь. Вот так утки все в болоте. Радуются. Вот даю им акацию. И курям, и цыпля, и уткам. Вот это простые уточки. Недавно выпустил их с клетки. Так мама их оставила, они отдельно сами себе ходят, семеро. Вот тут утка несется. Я забираю яйца, потому что они нужны мне, утята, на зиму. Сегодня вышли последние. Вот молодой петух. Я его сюда к старым курям перекинул. Вот гусики. Уже выросли, уже как взрослые старые гуси. Тоже целый день радовались дождю. Вот тут пару курочек. Вот так они уже подросли, мои мамутики. Надо будет как-то взвесить, посмотреть, какой вес. Но они сейчас линяют. Страшно. Вижу, есть и гусынки, и гусачки. Там одна крупная такая, вижу, гусынька. Мне кажется, вот это задняя, это гусынька. Но могу ошибаться. Вот гусынька и гусачок. Вот петушок с курочками. Все радуются дождю. Везде лужи. Выкупались все такие чистенькие, беленькие. Вот тут мои курочки. И сюда им бросил бройлерную курочку, потому что петухи не перестают топтать. То один, то второй. Вот так они. Вот петух 6 килограмм бройлерный. Бублик, успокойся. Вот в клетке тут цыплята. Их было 11, стало 10, один пропал. Тут так подросли, что были с квочкой. Квочка там несется уже. Это последние утята сегодня вылупились, три, некоторые вчера. Не вылуплялись несколько дней. Снимал видео, и приходил мой друг, прервался. Взял у меня 4 утки на племя. Вот это сегодняшние последние, что вышли. Вот так, тут эти гуляют везде.
три крольчихи. Имею, хочу кроля на осень, чтобы имели крольчат. Вот уже собираются ложиться спать. Гуси еще гуляют. Сегодня купил тонну 800 ячменя на корм. Тогда купил пшеницу, еще надо будет все равно купить. Должен получать на пои тоже около 2 тонн. Но молодняка много. И корм уходит. Этих кормлю комбикормом с дробленкой. Дробленка 50 на 50. Вот. Они вот такие уже крупненькие. Тут есть и простых штук 10. Ну, 50 штук было. 51. Один утонул, значит 50 осталось. Один утонул в кастрюле с водой. Вот так они подросли уже. Хочу их... Я забыл сегодня купить комбикорма, не было. И я рано приехал. Хочу еще взять несколько мешков бройлерного комбикорма и поднять их, чтобы они быстрее набрали вес, быстрее подросли. На этом буду заканчивать свой небольшой репортаж. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания.